Умная спортивная площадка с тренажерами появилась на территории Бричепсинской школы. Отметим, что наш район одним из первых в Адыгее стал обладателем современной площадки. На инновационном спорткомплексе смогут заниматься все дети, независимо от уровня подготовки и возраста. Согласно проекту, здесь созданы современные поля для игровых видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола. Для болельщиков подготовлены трибуны, в ближайшее время будет достроен навес. Для нас в этом году был праздником, это когда начали строить стадион. Почему? Потому что вообще, если говорить, наши дети не спортивные дети. Практически на всех соревнованиях у нас детки занимают первые места по волейболу, по баскетболу, по футболу. И поэтому для нас это было праздником, когда начали строить этот стадион. Спасибо огромное за эту программу и спасибо огромное за этот стадион от всей школы. Ну, хочется сказать, что этот стадион сейчас еще немножко не достроили. Здесь будет озеленение, здесь нету сейчас Wi-Fi. Сказали, будет проводить Wi-Fi и поставят камеры. Вот это все, конечно, будет в дальнейшем уже осуществляться. И уже где-то в сентябре мы планируют, что будет открытие данного стадиона. Стоимость умной площадки составляет более 26 миллионов рублей. Здесь оборудована площадка для воркаута, появились уличные тренажеры. Легкоатлеты смогут заниматься на беговых дорожках со специальным покрытием. Особенность этой площадки в том, что спортивные элементы снабжены QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона, каждый сможет получить видеоинструкцию от виртуального тренера. Местная молодежь уже опробовала новую спортплощадку. Юные спортсмены и их наставники, в свою очередь, высоко оценили возможности спортивного комплекса. Здесь огромное количество детей, которые занимаются. Особенно по вечерам. Здесь можно видеть, они занимаются и волейболом, и баскетболом, и на этих тренажерах, и по футболу. То есть здесь в основном каждый вечер можно наблюдать огромное количество детей, причем разновозрастные. Начиная от маленьких 3 лет, которые пытаются на этих тренажерах что-то изобразить, и заканчивая взрослыми 30-летними ребятами. Поэтому очень радостно, что именно здесь у нас находится данный стадион. Стадион в обращении довольно-таки простой. Почему он называется умный? Потому что здесь имеются QR-коды. Эти QR-коды, когда направляешь телефон, значит, полностью изображается, что за тренажер, как с этим тренажером, как заниматься на этом тренажере, чем является тренажер, скажем, для той или иной группы мышц. И поэтому, в принципе, поэтому он и называется умный стадион. Поэтому огромное-огромное спасибо главе района, огромное спасибо главе республики, огромное спасибо всем тем, кто догадался построить нам этот стадион. Данный спортивный объект стал доступным благодаря федеральному проекту «Демография». Надеемся, что на всех его многофункциональных площадках всегда будет кипеть спортивная жизнь.